УГУ попал в программу «Приоритет-2030», в рамках которой на стратегические проекты вузам ежегодно выделяют по 100 миллионов рублей. На эти деньги в университете до 2030 года планируют реализовать несколько проектов. Среди них инженерная школа, степной карбоновый полигон и креативный кластер для молодых бизнесменов, дизайнеров и архитекторов. Наша цель – в топ-50 вузов России – мы должны стать предпринимательским университетом и создавать в год не менее 30 стартапов. Мы должны стать международным университетом с ростом не менее чем в 5 раз количества студентов. На достижение этих и других целей и направлена работа будущих проектов. Эти площадки позволят предоставить студентам новый образовательный опыт. На этих объектах они смогут тренировать свои профессиональные навыки и проводить исследования. Карбоновый полигон, например, станет отличной площадкой для практики студентов биологических и химических направлений, отмечает в РИО ректора УГУ Сергей Мирошников. Карбоновый полигон – это территория, оснащенная большим количество датчиков. Представляете, нужно будет там в режиме реального времени с определенной там отбивкой там в течение каждой там минуты, может быть, замерять концентрацию углекислого газа, парниковых газов других в этой зоне. Да. Соответственно, оцениваются там микробные процессы, которые происходят в почве. Оценивается система растительности, как растения связывают, какие растения больше, какие меньше. Выделяемые средства потратят лишь на реализацию таких проектов. Направить их на другие статьи расходов, например, создание дополнительных бюджетных мест, не получится. Так, например, в этом году на факультете журналистики УГУ есть только коммерческие места. Хотя на предыдущих курсах бюджетных порядка 7. Исправить эту ситуацию смогут только сами студенты при помощи своих площадок. Для студентов журфака это проект информационного пространства, представляющий собой сеть медиа-студий. Если на наш регион государство не выделяется бюджетные места, мы их не можем за счет бюджета университета создать. Чтобы нам увеличивали на журналистику, нужно, чтобы сильная журналистика, она совершенно точно себя показала на федеральном уровне. На сообщество студенческое должно создавать контент, востребуемый и принимаемый, в том числе и молодежной средой. Поэтому ВУЗ уже идет в том направлении, чтобы дополнительные места бюджетные у ОГУ именно на журналистику были. Проект информационного пространства на базе ОГУ уже реализуют. Сейчас в университете действует новый телестудия. Недавно здесь прошла первая онлайн-трансляция. Остальные проекты претворят в жизнь до 2030 года. Александр Кацун, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ.